Е-гривня – это форма CBDC в Украине. CBDC – это цифровые валюты центральных банков. В Украине с 2021 года проводился пилотный проект по внедрению CBDC. Участниками пилотного проекта являются Stellar Development Foundation, финтех-компания Bit и Tascombank. Tascombank. Конечным бенефициаром является Сергей Тегибко. Tascombank входит в группу компаний TAS. В 2019 году группа компаний TAS Сергея Тегибко приобрела производителя асфальта. Асфальтобетонный завод «Столичный». Как по мне, это крайне успешное вложение перед великим будівництвом. То есть вы поняли концепцию? Де юре эмитентом Е-гривны будет Нацбанк. Но право